Переход Андрея Шевченко в партию Королевской – это один из немногих случаев, когда Шева неудачно сыграл головой. И у нас в гостях лидеры списка партии «Украина вперед» Наталья Королевская, Андрей Шевченко и Остап Ступка. Украина вперед! Здравствуйте. Здравствуйте. Украина стоять! Раз, два. Наталья Королевская, Андрей Шевченко и Остап Ступка. Здравствуйте. Присаживайтесь, Наталья. Украина сидеть. Раз, два. Ну что ж, для начала у вас есть возможность обратиться непосредственно к зрителям. Дякую. Украина встать. Раз, два. У мене є мрія. Україна сильна, вільна, красива. Але на це мені потрібні гроші. Тільки гроші вперед, та не зараз, ви що? Спасибо. А присаджуйтесь знову, наверное. Україна, сидіть. Ага, вот. Раз, два. Так, у вас хорошо получается. Ну что ж, скажите, Наталья Юрьевна. Я Юрьевна. Не, ну да, это вы сейчас Юрьевна, а были-то Юльевна. Да. Господа! Я протестую, господа! Остап! Почекай, ну что? Извините. Я сейчас не совсем, если честно, поняла, на что вы намекаете? Ну почему намекаю? Агата, все знают, вам создают имидж второй Тимошенко, это понятно. Ага. Любі мої, це наклеп та брехня. Ось нещодавно я була у Київському зоопарку, і там мені фотографували білосніжне тигреня. І я його назвала «Тигр Наташа». Браво, господа! Остап! Ну, не вовремя. А нет, все равно непонятно. Все-таки вы за власть или за оппозицию? Ну как получается? Я в оппозиции. В оппозиции к Януковичу? Или? В оппозиции до оппозиции. А, так вот. Ну хорошо, а если ваша партия все-таки вот эта «Вперед, Украина» пройдет в Раду, тогда что? Ну, если мы пройдем в Раду, то тогда мы объединимся с партией регионов и создадим новый общий блок «Партия регионов вперед Украину». Не, мне просто казалось, что партия регионов вперед Украину и сейчас. Но я не об этом. Все-таки хотелось бы задать вопрос, который интересует, пожалуй, всех. Зачем вам в партии Андрей Шевченко? А он же не политик. Остап. Сама. Да, вы знаете, вы правы. Андрей пока мало что понимает в политике. Но вы знаете, у нас есть надежда, что этот наивный парень так ничего и не поймет. Андрей, скажите, это, ну, вот это правда все, да? Андрей, вперед! И? Я впереди! Ну хорошо, отвечайте. Задавайте. Андрей, зачем вам политика, если вы в ней абсолютно не разбираетесь? Почему это я в ней абсолютно не разбираюсь? Ну, не знаю. Как минимум, об этом говорит выбор партии, с которой вы решили идти в политику. Почему именно Королевская? Не пойму. Что это, деньги или у вас что-то было? Нет, что вы, мы даже не знакомы. А, то есть все-таки деньги, да? У меня был выбор быть в известном футбольном клубе или пойти в политику. Ну, действительно, какая разница, где вы будете сидеть на лавке?
При чем здесь? Я Шевченко. Патриот. Я всю жизнь играл за Украину. Я люблю Украину. Почему тогда вы не говорите на украинском языке? Я скоро выучу украинский. Мне сказали, чтобы это сделать, нужно побольше говорить с носителем украинского языка. А, то есть с Азаровым? Почему с Азаровым? Не, ну просто Азаров еще тот носитель украинского языка. Да. И еще хочу сказать большое спасибо Игорю Михайловичу и Григорию Михайловичу Суркису. А им за что? А я не знаю, я в конце всегда так говорю. Спасибо, Андрей. Спасибо. Андрей, назад. Андрей, назад, защиту. Молодец. Все. Что ж, Наталья, продолжим. Да. Вот вы всем говорите, что вы королевская. Да. Отсюда вопрос. Кто вас короновал и где? Остап. Остап. Король умер. Да здравствует король. Остап. Что? Не то. Не то, понял. Королева в тюрьме. Да здравствует королевская. Остап, у меня вопрос к вам. Вот что лично вы, да, прямо здесь, можете сделать для малоимущих украинцев? Вы. Я могу рассказать вирш. Конечно. А як умру, то поховайте мене на могилі. Так, хватит, Остап, хватит. Давайте на чистоту. Вы же умный человек. Ну. Вы прекрасно понимаете, что вы просто игрушка в руках королевской. Понял. Да? Монолог. Монолог. Я вещь. Я вещь. Удает, да? Наконец-то слово для меня найдено. Я вещь. Ты понял, а? Не, ну Остап, ну тебя ждет слава. Я искал славу, но не нашел, так пошел за золотом. Вот. Вот, денежки вот эти, да? Кому отдать твои деньги? Врачам, учителям или шахтерам? Так не доставайтесь же вы никому. А вот эти денежки, Остап, вот эти денежки, откуда они у вас, а? Я понял, монолог номер два. Сейчас. Вы все стали мне завидовать. Вы все стали на меня по-другому смотреть. Как будто бы я украл эти деньги, а не государство мне их через королевскую выдало. Остап, да. Какие деньги? У нас бедная партия. А, понял, ремарочка. Наталья, нет денег? А поедемте как к татарам. Украина, молчать. Понял, в завершении финальная песня. Та-та-та-дам, та-та-та-дам, та-та-там, та-та-та-дам, та-та-та-дам, та-та-там. Не надо. Это грустная песня про одного бедного великого актера, который познакомился та-та-там с одной богатой женщиной в политике. Не вздумай. Та-та-там. И платье с плеч, и в мыслях бред, а на плече горит в парад. Yeah! Украина, понял, все на поклончик. Так.